Какую музыку можно считать духовной и где она начинается? Найти ответы на эти вопросы помогает региональный форум духовной музыки и искусства «Покровский фестиваль». В Белгородском районе он собрал более 250 участников из Карачанского и Белгородского районов, Старого Оскола, Губкина и Республики Сербия. Среди зрителей была и Наталья Рединская. Участники вокального ансамбля «Оазис» – лауреаты многих региональных, всероссийских и международных конкурсов. В их репертуаре джазовая и ретро-музыка. А нынче представляют духовные песни, они особые. Здесь важна академическая манера исполнения. Исполнять произведения очень сложно данного характера, потому что они несут в себе огромную энергетику. Энергетику именно духовности. Поэтому большой настрой и волнение присущи на сцене, исполняя любое произведение духовного характера. Вокально-инструментальный ансамбль «Душа Балкан» образовался год назад. Его участники родом из Сербии, студенты Белгородского института культуры и искусств. Белгородцев они знакомят с культурой своей страны, а сами пытаются понять загадочную русскую душу. Какую возможность показать свою культуру, просто подружиться с другими участниками и просто наслаждаться красивой, хорошей музыкой. Номинации фестиваля «Хоровое пение», «Декоративно-прикладное искусство», «Казачья песня» строгих критериев к возрасту участников нет. Не так важно, профессионал ты или любитель. Главное – желание и умение чувствовать духовную музыку. Когда человек начинает петь, у него все плохое уходит. И даже, наверное, самые плохие люди становятся замечательными, потому что оно, музыка, и духовная, в частности, музыка, она очищает людей. В нашей Библии, вот главной православной книге, написано, что Бог создал человека по образу и подобию своему. И, наверное, самое главное предназначение человека – это все-таки проявить себя в творчестве. В настоящее время организаторы фестиваля с целью его развития подали заявку на грант «Православная инициатива». И если все пройдет успешно, в следующем году фестиваль пройдет в межрегиональном статусе. Наталья Рединская, Виталий Петренко. Новости мира Белогорья.